запись пошла. Вот мы вроде очухались от воспоминаний, от матрицы. Приплюснул. Выжили, и ладно. Зовем условно мир матрица. Очередной проект Роя, точнее, то, что можно назвать материнкой, попытка той программы, скажем так, которая отвечает за материю, получить самостоятельно материальное проявление. Уже одна из первородных сил. Вон, а как там все началось в том мире-то? Вот первое, что ты помнишь. Я маленькая девочка. Мне, наверное, 4 года или 5 максимум. Я очень хочу кушать. Город какой-то разваленный. Я брожу по этим развалинам. Это вот как именно развалины. Пустырь, все заросло. Было видно, что дорога там хорошая, но там уже ничего нет. Несколько лет уже ничего нет. Как просто брожу, и мне очень страшно. Перед этим помню, что кого-то я пыталась разбудить. Скорее, мама, вставай, молодая женщина мне запомнилась. Но она лежала на улице, она не вставала. И я просто ходила. Это было, ну, несколько дней. Я засыпала, просыпалась, мне было холодно, и кушать очень хотелось. А потом маленький мальчик, наверное, лет 12, максимум 12, нашел меня и поманил, что иди сюда. И я пришла, это первый человек, которого я увидела за несколько дней. Он сказал, пойду ли я с ними, хочу ли я кушать, если хочу, он меня отведет. И взял на руки. Я маленькая, и он не очень большой. Реально 12 лет паренек и худенький такой. Я его за шею схватила, просто боялась, что он меня выронит. Он такой слабенький мне казался. Он меня выронит, я упаду и обратно потеряюсь одна. Он меня привел. Там такое впечатление, что какая-то, блин, ну, или я как халабуда какая-то построена. Знаешь, дети так когда строят какие-то убежища, там в лесу, на даче, на дереве какие-то халабуды вечно строят. Впечатление, что какая-то халабуда была построена. Какие-то банки, похожие на консервы, но немножко вот такой формы, как полукруглой. Вот эти банки какие-то были там, и мне из этой банки дали кушать. Там еще мальчишки были, наверное, человека 4. Они были, ну, может, тоже лет 10, но вот такого старше я никого не помню. Там, наверное, этот мальчишка лет 12 был самый старший, а так все только дети маленькие, ну вот из тех, что там были, 4 мальчишек. Наверное, те, которые старше, просто не выживали. Людей помню, которые мы с мамой куда-то как бежали, когда она упала на улице и умерла. Просто помню, молодая женщина, молодая совсем, и одежда какая-то как рваная на ней, что ли. И она как измождённая. А потом она просто упала, а я не поняла, почему она упала. И она мне ничего не успела сказать, что там, куда идти или что делать. Это как в какое-то мгновение. Раз, упала, и все. И все. Это первое, что я помню. Другие мертвые такие упавшие были? Другие мертвые были, но их не было много. Мы с мамой и еще, наверное, человек 4-5, может, ну, 3, ну, немного. Насколько я помню, что мы были не вдвоем, еще несколько людей с нами были. Они тоже упали, когда мама упала, и они упали. Мама сзади со мной бежала, они впереди. Я к ним пошла, но они тоже лежали, я их не могла разбудить. Ни мужчину, который впереди шел, он как бородатый какой-то был, мне кажется, да. И волосы в него, впечатление, что как длинные, как косички заплетенные, что ли, как-то вот пучками почему-то в него волосы были, странно. И еще один мужчина точно лежал, но они как-то мгновенно, как батарейка, класс, и все, и они вырубились. Это не то, что они там, умирали долго. Я так и не поняла, но на меня не подействовало то, что на них подействовало что-то. Я была вместе с ними, а я осталась.
Ну, дальше был. Несколько лет там жила. Я помню периодически то время. Какие-то люди еще появлялись. Не пойму, почему. Может, там что-то было из разрушения, может, что-то было из этого оружия специального, что разрушало. Но девочек я больше не помню. Я помню, что я скучала, и играть мне было не с кем. Как одна Я там была, да. думала, что может... Такое впечатление, что там на разрушение женских, вот именно, чтобы невозможно было там деторождение, что-то такое продолжить. Знаешь, что женщины вообще... Мальчишки иногда приходили, ты приводил. Ты тот мальчик был, который меня принес на руках. И другие парни, они тоже появлялись. А девочки не было. Я постоянно думала, может, какую-то подружку мне найдете. Вы не хотели со мной гулять. А я была как волчонок. А потом подросла немножко. Мы жили сразу в той халабуде. А потом кто-то из вас, ты и еще один пацанчик, который был немножко младше тебя, но такой крупный. Вы машину какую-то пригнали, большую, по типу, как раньше были. Она ехала, и это впечатление, что какая-то огромная коробка. Я не знаю, на колесах она была или на чем она была. И вы с ней морочились, но она ехала. Мы в нее загрузились, мы как-то... Это прошло уже несколько лет. Это уже мне, наверное, было лет 8 или 10. Я уже точно помню, потому что я уже на кухне что-то кушать готовить могла. Мы же на кухне. Там не было так много, что кушать. Иногда какие-то банки, иногда это было как кашу какую-то варила. Вот Из кашу формы. помню. Да, этот паренек, который... Там как вороны были, большие птицы, черные, много перьев, густое очень перо у них было, и такой шнобель, ну, клюв такой желтый у них был, и они вот такие большие были, их нужно было щипать. Они были невкусные, вонючие, но нужно было что-то кушать. Они реально были невкусные. И вот... Но тем не менее, на этих воронах вот этот вот паренек отъел такую харю Да, приличную. да, да. Примерно как сейчас. Ни хрена не меняется. Это Да. Мишаня. Ну, он молодец был, он Он такой... молодец, только наглый, как танк. Я его помню, он младше за тебя был. Наверное, года на 4 за тебя младше. Между мной и ним была небольшая тогда разница. Я была чуть помладше, он на года на 3, наверное, вот так вот, 4, может, ну вот чуть постарше он был. Но его помню, он вечно ходил с какими-то, блин, как силки какие-то таскал, вечно ему нужно было охотиться. Все, он Молодец. пытался там, пытался пропитание нам добыть какое-то. Ну, в первую очередь Это... себе, но и с нами делился. Молодец. Аппетит у него был отменный. Мы там все жили, вот немного нас было, но вот все там. Потом начали какие-то лазейки, вы начали надолго пропадать, на полдня, и я скучала. А потом я кричала, что для кого я это все готовлю, если вы все равно не приходите. А потом вы начали меня брать с собой. У меня просто получалось. Мы входили в внутренний мир. Вы его называли внутренний мир, а мы жили во внешнем мире. Я помню, когда я чуть ли не впервые попала туда, где вы меня нашли, где ты меня нашел. Там было странное и жуткое место. Люди, которые жили в том внешнем мире, они были живы, условно сказать. Можно было заглянуть в квартиру. Там климат был какой-то теплый, вероятно, потому что окна были не так, как у нас проемы, а на полстены проемы. Но у нас это сейчас бы назвали панорамные окна. И людей было видно, они в комнатах там и были. Они то ли сидели, то ли лежали. Впечатление, что у некоторых как тела уже разлагались. А некоторые подавали признаки жизни, они как дергались. Вот руки, ноги иногда конвульсивно соединялись. И какие-то провода шли, вот просто шли провода, они жгуты такие, они все были подключены к этим жгутам. Но по большому счету, скорее они были живы, почти все, но они
не двигались, только вот импульсы, как сжимались руки, и они не соображали ничего. Они в каком-то таком странном состоянии были. Это был внешний мир. Там никто не смотрел, травы было много, которая поросла, и как дорожки, знаешь, они, ну, уже трава проросла полностью. Угу. Мир очень похож на наш был. Внешние люди такие же. Он чуть повыше нашей Вселенной, насколько я теперь понимаю. Левее, ну, выше, очень... Да. Две нитки но по спирали. Угу. Очень похоже на наш мир. И там это был внешний мир. А можно было войти во внутренний мир. Это была симуляция, к которой были подключены все люди. Они жили в той симуляции. То есть даже когда человек, его физическое тело просто лежало, его подпитывали через эти провода, и он, ну, был создан его как аватар, правильно, там, во внутреннем мире. То есть он жил своей жизнью. А те люди, которые уже умерли, но еще лежали подпитаны, там просто шла энергия на подпитку, ну, из души как потенциал выкачивался. Это тоже было важно. Их сознание, скажем так, жило, но душа как батарейка, да, подпитывала. Да. Условно рой, условный. Электронный какой-то, да. Вот вы туда начали входить, я туда начала входить. Мне вообще было легко туда входить. Я просто подпрыгивала, и мы были там. Но у меня там не было тела. У вас там могло быть тело, у тебя могло быть там тело. Я не помню, ребята ходили туда или нет. Как-то это не очень запомнилось. Они подключались. А... Ну, это с Димой надо поговорить, как он там. Он помнит. Я Димку тоже помню. Он бледный такой, как привидение, ну, ходил. Как и сейчас. Вечно, такой, вечно задумчивый какой-то там. Ничего не поменялось. Я его тоже помню. Но он так в стороне всегда от нас. Там что-то себе там сидел, мечтал там о чем-то. Не знаю, что. Я его... Мы с Мишкой больше тогда, потому что мы с ним на охоту лазили за этими воронами, блин. А в тот мир мы просто впрыгивали. Но у меня там не было тела, а у тебя было тело. Ты мог свое тело физическое туда переносить, а я могла быть частью. Я занимала какой-то объем, вот что-то. Если шли вот по стенке, я была частью стены. Потом становилась частью воздуха. Потом становилась, вот просто передвигалась, как, знаешь, какой-то объем памяти занимала, там, килобайты какие-то условно, не знаю, как это правильно сказать. Просто ты двигался, и я рядом, вот. Но не, я без тела, я как тень, я как часть чего-то. И я не знаю, как связка какая-то была. Но это только внутри купола, правильно? Внутри купола, да. Я не имела тела внутри купола. Угу. Я была частью, вот, встраивалась внутрь той программки, скажем так. Условно, тот город, в котором была матрица, он был покрыт неким силовым полем с измененными условиями реальности. То есть там, как получается, взломали коны и изменили условия реальности внутри. И как люди были как-то напичканы формальдегидом каким-то, ну, условно, который уже менял. Ну, это на наноуровне, я условно говорю, там уже почти ничего не нужно было, не кушать, ничего. И они были подключены к матрице. Примерно то же самое сейчас хотят делать. Эти люди, они были огромные. Я их видела как моржи или как тюлени. Они такие килограмм, если по-нашему следить, килограмм под 200. Чего их так распирало? Совершенно. Не двигались. Чего их так распирало, я не знаю. Но они огромные, как пузыри лежали. Угу. А некоторые уже когда разрушались даже, ну просто кости там лежали. Их никто там не убирал. Там не было людей, которые что-то бы делали. Ну вот, мне там кажется, автоматически. Сначала вот те, кто подключен, а потом те, кто вовне просто как излучением убрали. Ну, и это излучение убило взрослых. В первую очередь, потому что наверняка взрослые тоже были как-то подключены и изменены уже. А детей еще не успели условно уколоть тогда. В том проекте матрицы. В том проекте Роя. То есть что-то было, что было во взрослых и не было в детях. Но почему-то им не нужно было, чтобы это было размножение естественным, потому девочек вообще не было.
Вот я Так ты как выжила. последняя была, да? Я выжила, но вот я А ты в том мире. захотела убить всех взрослых, это раз, людей, которые, ну, твое сознание имели в отличие от... Ну, рой всех поглотить пытается. Вот и там то же самое. Плюс там в рое одна самка. Всех остальных женщин она не терпела. Вот мы переходим к нашей главной героине. Сознание той матрицы. Расскажи о ней. Как ты Я ее... помню. Я помню тот мир чудесный, я его очень хорошо помню. Там можно было сделать все, что угодно. То есть, если условно надо было стену, ее просто, она как делалась, поднималась и делалась стена или просто ступеньки. Но я Причем не знаю, как физически. физически, я не знаю, как это воспринимали те люди, которые, те сознания, которые там жили, но я просто видела, как это вот выстраивается, выстраивается. Я могла встроиться, это не было кирпичи, это было как код. Я могла в этот код Так вот, встроиться и стать. материя из наночастиц. Вот ты думаешь, и они выстраиваются. И это не симуляция в компьютере, это вот реально все происходило. Там внутри этого купола измененные законы были и наночастицы, которые могли становиться всем. То есть это такой мир сознаний буквально. Когда я там была внутри, я воспринимала все немножко не так, как не картинками видела, как-то по-другому. Ощущение было. Мне было там тяжело. Я вот, знаешь, если я дотрагиваюсь до стенки, допустим, вот я только вхожу туда, вот подпрыгиваю в купол внутрь, и я растекаюсь по куполу. У меня тела не было. Та, которая там была, да, это было женское сознание, скажем так. Тот самый ежик, что в матрице был показан. Ну, это проект ежика, антитворца и материнки. Анти. Но она там была как именно в форме женщины она была. Какой-то светлый. Там вообще мир был черно-белый. Черно-белый, да. Даже, да, или черно-белый, или, как мне почему-то кажется, и синя, ну, такой густой синий, который аж черный. Ну, или, может, черный. Но я его так видела, что без оттенков, там, голубой, там, или лазурный, или еще. А вот настолько синий, что настолько спрессованный, настолько темный, что вот как черный и белый, да. И эту женщину, я помню, она в светлом костюме была. Юбка и Как как... Джокер, либо черный низ, белый верх, либо вот так одна Mm. половина верха черный, другой, и наоборот. Зеркально, вот это вот любимый масонский стиль такой. Впечатление, что вот юбка и что-то как пиджак, что-то вот сверху белое, а тут все вот кофта условно и колготки условно черные. Ну, это условно. Я не знаю, как там эта одежда надевалась, но вот части тела в нее были закрыты. Да, я помню ее. Это сознание. И она От тоже нее могла летать, как и я. очень сильно тошнило. Она тебя выдрать пыталась. Она всегда была одинаковая. Одежда могла быть разной, но образ у нее всегда одинаковый был. Почему она не принимала каждый раз другие образы? Ну, как, допустим, вот фильм «Матрица» показывает, там агент этот мог в любого. Я не знаю, она постоянно одна была. Или, может, это мое восприятие так. Это она так и была, да. Я ее постоянно одной видела. Прямые волосы, женщина, ну, взрослая женщина. Когда мы таки до нее дошли, Мы уже был были момент взрослые, битвы, относительно взрослый, да. Мне лет но мне было, 22, 23, да, где-то мне лет 15, 14. 14-15, да. Худеющая. Длинный чулок такая. Свитерок классный был. У тебя такой пестрый. Где-то ты надыбала. Такой пестрый такой. Свитерок. Он черный, желтый и красный такой вот. Пестрый. Рыжий такой, такой Пестрый. прям Да. апельсиновый, пестрый, пестрый. Ниточки такие просто. Да. И вот здесь уже вот тут было растянуто, Но это растянуто уже от такое. старости. Да, от старости не было у меня ничего там. И какие-то штанишки на мне были такие черные, они висели на мне. И такие вот, ну, как не бриджи, но короткие. Уже я выросла из них, но они тут на поясе телепались на мне. Я худющая, я помню, была. И реально попе длинный чулок. И, ну да, лет Вот так 14-15. вот Да, как просто собирала чем-то просто. да, скрепленным всем. Завязала, да, и все.
Не учили меня там за собой ухаживать, прическу делать. Мальчики не умели, а я выросла без женщин, никто меня не учил. А ты уже взрослый, тебе уже больше 20 было, да, 22-23, когда мы к ней дошли. Когда мы смогли наконец-то к ней добраться. Мы постоянно как на разных уровнях, мы как уровень за уровнем проходили. То есть, условно говоря, вначале мы смогли вот как улицы, которые дальше, потом мы смогли проникать в улицы, которые ближе. Там постоянно какие-то ловушки были. Но у нас получалось, мы могли и заходить, и выпрыгивать также. Вот как по щелчку заходил, мы единственные, кто могли быть в матрице, не подключенные к ней, да. Ты была условно Потом... подо мной, вот пока ты была подо мной, она не могла в меня войти, защищала. Да, мы вдвоем просто, я как тень, вот. Но ты на меня не очень хотел, чтобы я была как тень, потому что это алгоритм какой-то рушился. Нужно было свободную конфигурацию, а я пыталась твою повторять, как тень становиться. А ты говорил, что алгоритм какой-то нарушается, и могут вычислить. А у меня вот забавка у меня такая была. Ну, могла просто, да, рядом нужно было быть, как соприкосновение какое-то, стена, неважно кто, да. И потом просто как через меня, и мы вдвоем вываливаемся из того мира, и все. Меня там не очень комфортно было в этом мире. Но если чувствовать, что нет тела, только вот облачко какое-то, но это тогда не очень вываливаешься, комфортно. Что? Какие ощущения? Долго там были? Ой, как наружу, как наизнанку выкручивала. И почему-то вот грудь очень болела, и кашлять хотелось очень сильно. Легкие как разрывало, потому что там же не дышали. Разучали дышать, да, и плевать тянуло, потому что все, да, и да, голова как кружилась. Выворачивала очень сильно, да. Вот первые пару минут это нужно прокашляться там прям до рвоты. Ну, плохо было, да, когда вываливались оттуда. Ну, потом мы дошли до... А там люди жили, там Чё, были жаль, что какие-то... мы сервера не отключили. Надо было сразу просто. Нахер. У нас не получилось все сразу. Мы дошли до этой... Там люди жили, там люди ходили на работу, там люди рожали детей, там люди женились. Они там жили абсолютно, у них жизнь была там, понимаешь? Они даже не понимали, что они живут не там. Но если пытаться им что-то рассказывать, ну, они не могли даже понять, что. Да, и это было опасно входить с ними в контакт. Они были все полностью подключены. Она была в сознании каждого того человека. Мы даже не рисковали кому-то что-то рассказывать, потому что она абсолютно всех людей контролировала. Частичка ее была в каждом этом, ну, человеке. Это сознание роевое, да. Это она была как грибница в каждом. Как сейчас хотят сделать каждому. Невозможно было кому-то что-то говорить, потому что она бы сразу это узнала. Она же часть каждого. Угу. Нам просто нужно было и от людей прятаться, и от всех прятаться, чтобы пробираться. То есть подумать о том, что там какие-то союзники, это было невозможно. Там их вообще не могло быть. Угу. Добрались до нее. Ее победить было невозможно. Ее нужно было только выключить. Тем не менее, битвы были, стена вся расхерачена была. Потом я взорвался вместе с ней. Вот это с трудом помню. Как себя взорвал наночастицами вот этими. Битвы были много раз, когда мы пытались скрыться. Мы иногда как с полицейскими, с какими-то бились. Это было много раз, как какие-то ловушки, чтобы не попасть в какие-то ловушки. Они засекали каждый раз след, что где-то взламывалась матрица. И мы постоянно пытались в разных местах. Но не так, как в фильме. Не нужно было там телефонные будки, провода. Мы просто впрыгивали. И от этого мы убегали. И ребята, которые туда входили, тоже оттуда убегали. Были еще группы такие, как мы, несколько, по-моему. Но нас там вообще немного. Ну, десятка-полтора максимум. Это наша группа, еще, да, несколько. Да, да. А когда ты дошел до нее, там уже просто был бой. Но это было очень странно. Я просто находилась рядом, не в теле, как не могла я там тело иметь. Я видела это как потоки воздуха, спрессовываются такие волны, как становится как прозрачная, не знаю,
ну, не вата прозрачная. Как это описать, я не знаю. Вот просто идет и вот как раздавить пытается вот этой волной. Она там могла проецировать любое. Вы почему-то там очень долго бились. Я не помню, чтобы даже уходили оттуда. Это как не прекращалось, как длительное-длительное время. Когда мы шли туда, мы знали, что не вернемся. Думали, что выживут другие. Но, может... Мы знали, что не вернемся, потому что мы были внутри матрицы, и если получится ее убить, она схлопнет все сознания, которые там внутри. И, естественно, мы тоже погибнем. Это без вариантов было. Мы знали, что мы погибнем, когда шли. Физически выключить те условные квантовые компьютеры, но это не совсем компьютеры, это как трансляторы. Они как выжимали кона, силу кона вот на определенном уровне и накачивали внутрь купола. Но уже, соответственно, этой силой могла распоряжаться она, это сознание матрицы. Это условно тот ежик, а в центре него женское это сознание. Там полностью измененные условия материи были. Иная материя была. Ее можно было вот мыслью строить. Только в основном люди, они зомби были. Они не знали, что так можно. Можно все. Там было. Вот физически летать, разрушать, строить. Реально матрица. Только не компьютерная симуляция, вот на физике так это происходило. Да, это такая жизнь была. Угу. И вот матрица потом решила убить те, которые в контакте с ней были все-таки. Все сознания взрослые были подключены. Там лет как с 12 подсоединяется, с 13 условно. Знаешь, такое впечатление, что это все произошло одномоментно. Да. Это не была долгая война. Она просто решила и выключила всех. Да, это было одномоментно. Несколько, как какие-то люди, которые смогли от этого спастись и бежать, они какое-то время еще скрывались. Вот смотри, я 5-летняя девочка где-то же взялась, там, или 4-летняя. А потом как какой-то вот направленный удар, и мозги у всех сгорели, как, знаешь, ну, условно говоря, это на 60 килограмм действовало, на 10 килограмм не действовало, допустим. Ну, снова же я не могу понять, но вот как выживали вот маленькие там, вот такой калибр как не брался. Как излучение какое-то, да. Да. Ну, и условно длина волны. Человеческое тело тоже определенное. Да, антенна вот на высоте послали, на какой-то, да. И те, кто вот условно 1,80 м, четверть волновой период. Словно на 50 Гц это было послано. Да, что они все упали и просто погибли. Угу. В один момент. Плюс они уже были подключены к матрице, то есть как-то входили. То есть что-то было у них типа чипа, наночастицы и прочее. И они поймали этот вот посыл умереть. Считаю, что там мозги закипели, я помню, что... Кровь из глаз, из ушей, из, ну, вот если та женщина, которой я говорю, что мама, у нее все лицо было в крови, глаза почему-то, и вот я ее дергала, что проснись. Ну, сгорела нервная система вся полностью, да. А у нас все закипело, когда мы с ней бились. Я 2 дня вообще пластом валялся. А потом мы погибли вместе с этой, с этим миром, со сознанием, всеми теми людьми. С этим, скажем так. Да. А компы остались. А кто их мог выключить? Мы-то внутри погибли? Компы качали, да. Знаний не было, а вот сервера условно остались. И души дальше разрушались. Машины ездили, условно машины. Там какие-то другие они были. Там все иначе было. Условно город жил. Там вот, условно, это был город, где вот эти люди были подключенные. И как типа сельская местность. Но там люди тоже частично взаимодействуют, частично нет.
Там даже оставались как неподключенные, условно не уколотые. Частично так и так. Да, погибли все сознания, когда ты ее пришиб. А город тот остался. И мы тоже, да. И мы погибли. Мы же внутри были. Все сознания погибли, кто внутри был. Кто был подключен каким-то образом. Ощущение странное, когда можешь передвигаться внутри стены. Mm-hmm.